Здравствуйте, сегодня среда, 9 ноября. В новом выпуске ежедневника главные события, интересные резонансные материалы псковских СМИ, культурные мероприятия и прогноз погоды на завтра. О реализации нацпроекта здравоохранения в Псковском регионе, модернизации первичного звена, лекарственном обеспечении населения, в том числе в сельской местности, а также о путях решения кадровой проблемы. Сегодня в прямом эфире программы «Беседка» рассказала председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Горащенко. Мы, если смотрим себя по уровню заработной платы на, допустим, площадки Северо-Западного федерального округа, то мы находимся с коллегами вот именно сегодня на достойном, практически едином ключе. Поэтому говорить, что сегодня наша заработная плата самая низкая в Северо-Западном округе, я так бы не стала говорить. На вопросы о защите прав трудящихся и помощи мобилизованным профактивистам сегодня в прямом эфире программы «Двое на одного» отвечал председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов. Хватает иногда раз того, чтобы придите с людьми, просто поговорите по-человечески, уважительно поговорите с людьми. С людьми надо разговаривать, это не хватает. Сегодня есть дефицит этого общения, дефицит доверия. Полицейские задержали подозреваемого в расстреле псковского автобуса номер 4. Напомним, вечером 29 октября у дома по Крестовскому шоссе неизвестный расстрелял городской автобус из пневматического пистолета. Подробности читайте на сайте Псковской ленты новостей. Частичная мобилизация в России завершилась, а связанные с ней проблемы расхлебывать приходится до сих пор. Яркий пример – история многодетной матери из Новосокольнической деревни. Ее мужа призвали, а сама она осталась с тремя детьми на грани выживания. Чтобы вернуть мужа назад, собеседница уже прошла 9 кругов ада. Результатов пока нет. В чем дело, узнал МК в Пскове. За продуктами мы ходим в магазины каждый день. Но насколько свежие те, которые в результате шопинга попадают к нам домой? Какие тайны хранят витрины со скидками до 90%, а также как нас обманывают в городских магазинах? Журналисты ЦДУ узнали у бывших сотрудников торговых сетей все подробности. В ноябре начинает чувствоваться приближение Нового года. Искать новогоднее настроение стоит, как утверждают журналисты ЦДИ, в городских магазинах, где уже появились выделенные стойки с новогодними украшениями, подарками и символами следующего года. Подробности, фото и самые яркие предложения от Псковского маркета уже ждут вас на сайте Центра деловой информации. И о погоде. 10 ноября ожидаются небольшие дожди. Температура днем около 10 градусов тепла. Ночью 9 градусов со знаком плюс. Ветер юго-западный умеренный. На сегодня все. Я прощаюсь с вами до завтра. Ссылки на все материалы, упомянутые в выпуске, вы найдете в описании под видео. Хорошего вечера и до встречи на ПЛН-ТВ.